Я Арифова Фатма Муртазаевна. На протяжении 20 лет знаю семью Абдулгазиева Тофика. То, что я его с 93 года знаю, как хорошего, порядочного. Он приехал сюда мальчиком совсем молодым. Он был очень порядочный, хороший мальчик. Но вырос, стал семьянином. И очень хорошим семьянином он был. Он очень отзывчивый. За столько лет, сколько мы здесь прожили, я никогда от него не слышала ни мата, ни плохих громких слов. Он всегда, как к нему подойдешь, он всегда протягивал руки помощи. Все равно он должен быть дома, в семье. Потому что он очень порядочный, очень. Без слов порядочный человек. Не пойму, почему его обвиняют в терроризме, потому что он не с той серии, чтобы его обвинять в терроризме. Тофик мой золотой, я тебе желаю, чтобы ты скорейшее возвращался домой, к семье, к маме, и чтобы ты всегда нас так же радовал в течение 20 лет, как ты нас радовал, чтобы ты быстрее вернулся и продолжал нас радовать. Мы, соседи, тебя очень любим, уважаем, ценим. Будет все хорошо. Я тебя целую.